Здравствуйте, уважаемые зрители. У нас тут мерзкий квахет и куча бобавок, да? Увлекательный энкаунтер с телепортацией. Так, проклятые бабавки пытаются убить моего мейна, бьют силу, всех подряд. Бах, эту фигню. Иди. Так, чё у нас там, масло еще одно кидай. А я не могу кинуть. Так, давайте-ка попробуем вот эту. А, у них же сопротивление магии все равно не сработает, да? Да. Ладно, кинь тогда ослеплялку у них. Так. У. Так, все ослеплены, отлично. Так, эти ублюдки продолжают мне пинать. Как же ты бесишь-то, поганая бабавка. Ну кинь ты эту хрень, ну пожалуйста, ну. Неужели так сложно? Так, я облажался, да? Сейчас у меня начнут ребята помирать. Может, не начнут такие. Лечи его. Так, кто тут самый мерзкий? Ты мерзкий? Не все мерзкие. Поганые бабавки. Давай-ка их немножечко это самое. Ой, я понял, сегодня мы попадать не планируем. Бей его, что ли? No glory without risk. You won't survive me. А, да, у нас еще забаговал этот Сасаэль. Он не получил мифический уровень, что делает его довольно бесполезным. Багованный гей, блин. Ой. Ну, рано или поздно мы по нему попадем. Так, Элан помер. Так, отлично. Отлично. Это было нелегко, но мы справились. Опять телепортация прямо на масло. Чтобы было интереснее. Что
Что тут еще? Юный олень. Ну ты будешь его убивать, алло? Бей его, пожалуйста. Этого юного оленя убить нельзя. Почему? Почему этих можно, а того нельзя? Кто-нибудь может мне объяснить? Вряд ли, да? Поехали. Может быть, с Сиелем надо поговорить, и тогда он, типа, это самое, получит мифический уровень. Кто там пришел? Видите, у него нету мифического уровня. Куда? Что? Эй! Вернись обратно. Что это? А-а-а! Боже, кто делал этот интерфейс? Ему бы руки, конечно, оторвать. Это просто невозможно. Где Сахиэль? Вон он. Что? Куда? Что происходит, ребята? Ой. Аспект. Я не знаю, как это... Как это назвать? Find. Сахиэль. Он за... Map. Left. Господи! Я каждые 5 минут. Ну и как мне с ним поговорить? Сосиэль! Ой, Сосиэль идет сосать свой эль. Все, ребят, я что-то сгорел. Вечером попытаемся продолжить в эту погуленную играть.